Праздник уличного спорта. Стрит-воркаут набирает популярность в Белореченске. Подробнее об этом в спортивных новостях. Мотивация проста. Русский парень с большим банком, как правило, без живота. Если ты построил свое тело, дело в дело. 12 смельчаков, решившихся стать участниками соревнований по воркауту, на зависть многим молодым людям проделывают зрелищные трюки не хуже атлетов. Подтягиваются на одной и двух руках, делают уголки и полные солнышки. Это состязание в силе, ловкости, гибкости и зрелищности элементов. Воркаутинг – это вид спорта, доступный каждому молодому человеку, так как основополагающим здесь является физическая подготовка, а демонстрационной площадкой могут служить обычные турники, брусья и даже земля. И хотя клубу воркаута в Белореченске всего только год и соревнования в нашем городе проводятся впервые, у этого вида спорта большое будущее, считают организаторы. Мы хотим, чтобы больше людей занималось воркаутом, чтобы, можно сказать, чтобы весь город занимался, чтобы нам наконец построили нормальную площадку, и мы занимались все вместе, чтобы была атмосфера. Победители первых городских соревнований в различных номинациях силе, технике и джимбаре Анатолий Паршаков, Дмитрий Шпилькин и Сергей Кучеров, помимо восторженных взглядов зрителей, получили призы от спонсоров, абонемент на занятия в клубе и спортивное питание. А буквально в эти выходные победители и остальные желающие примут участие в краевых соревнованиях по воркауту. Наталья Колесникова, новости спорта.